Выйди из него. Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И пришед находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему. Ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой.
И вот здесь больше Соломона.